Новые точки роста бизнеса в Нягане будут искать при помощи местной торгово-промышленной палаты. Благодаря администрации объединение предпринимателей переехало в новый офис. Консультации по вопросам ведения своего дела, привлечения инвестиций, оценку, экспертизу проектов теперь можно получить не только оперативно, но и в комфортных условиях. Подробности в следующем сюжете. Так, фанфары. Ленточка перерезана. Можно оценить условия, в которых теперь будет вести работу Няганская торгово-промышленная палата. Местному союзу предпринимателей 22 года. Впервые помещение в самом центре Нягани. Для бизнес-идей в распоряжении няганских предпринимателей 73 квадратных метра полезной площади. Символично только, что открытие офиса осуществляется накануне вступления в силу закона о наделении торгово-промышленных палат правом выступать в качестве организаций, осуществляющих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Данное нововведение позволит палатам участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Офис с консультационными площадками открыли при поддержке местной администрации. Город, где более 50% экономически активного населения задействовано в малом и среднем бизнесе, заинтересован в расширении предпринимательской среды. Нягань, она позиционирует себя как территорию, комфортную для развития бизнеса. Вы знаете, что в короткие сроки в городе появились такие проекты, как бизнес-навигатор, или же проект «Мой бизнес», МФЦ, как единое окно для предпринимательства при поддержке правительства Югры. И торгово-промышленная палата здесь занимает свою роль, важно, как связующее звено между нами и предпринимателями. Торгово-промышленная палата – это не государственная, не коммерческая организация. Она готова представлять интересы бизнеса на разных уровнях, помогать заниматься сертификацией, оценкой, выступать инициатором ярмарок и конференций, чтобы бизнес вдали от федеральных центров не только существовал, но и развивался. Я предприниматель, более 20 лет. В Нягане проживаю более 30 лет. И большую роль играет значимость торгово-промышленной палаты для нашего города. Я считаю, это необходимо. В местный союз предпринимателей пока вступили 60 человек. Это люди, несмотря на вызов времени, сегодня находят новые точки роста в промышленности, в социальном секторе. Здесь уверены, убирать зазоры между полезной идеей и ее реализацией сообща не только проще, но и интересней. Наталья Анкут, Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести Югория, Нягань.